я тогда... Тогда дочь моя, ярэрэ. Чамаг ярсны дараа багш нь орчуулах хийхгээд хүлээж байна. Ярэрэ. За манайх микрофон дээр хагаад өгөр. За за би яриад та тэгвэл. Извиняюсь. Мы самые величайшие во все времена и первое место это наши судьба всех приветствует. Давай я сначала буду переводить, а потом наша величайшая легендарная королева будет говорить на монгольском языке. Мы самые величайшие во все времена и первое место это наша судьба. Меня зовут Тожма, фамилия у меня Пасху. Я мама твоих детей, смотрю за детьми дома. Когда я встретилась с Суперджампом, я очень изменился. Я осознала, что человек должен любить себя. Правильно нужно любить. И должен быть полон в душе, в теле. Если мама полная внутри и счастлива, и любим, полной любви, да, счастлива, тогда дети тоже будут счастливы. Я это осознала в Суперджампе. Я в Суперджампе уже 2 года. Когда я тренировки, я была энергичная. Все у меня так хорошо получается. Когда у меня нету тренировки, да, у меня как бы энергия села. Но я осознала то, что я не делала упражнения на 100%. И я начала работать с собой. В течение 2 года, это время, когда я неактивная была, моя любимая наставника, суперинтеллект-тренер Майя Байер, всегда была со мной. Когда я пришла обратно в Суперджампе, наставник мне очень помогла. Она мне сказала, что ты принцесса, спящая принцесса вернулась в Суперджампе. Да? И в течение 28 дней я зажигла 6 сердец. Я поняла, у всех есть возможность. Есть люди, которые хотят быть с вами в вашем команде. И поэтому ваши люди тоже вас ждут. Хочу поблагодарить великому Владимиру Долгуню, Петра Силькину, Роберту Ура и наставнику Сару Ихбаер, которая дала возможность всем монголам еще и еще больше светить. Я благодарна наставнику Мэ Байера. Большое-большое благодарность и всем хорошего, больших успехов и встретимся в Дубае. Всем